Вот как выглядит традиционный жесткий кулер на покердоме. Играем турнир за 1100 рублей, 1 риба, 1 аддон, то есть примерно за 50 долларов. Делаем рейс с красивой зеленой рукой. Greenpeace нас поддерживает. Получаем такой же зеленый флоп. Ну, вроде пока все неплохо. Мы ставим чуть меньше, чем полбанка, то есть 40%. Получаем быстрый кол. Потернул наш рука усиливается, теперь у нас шестикарточный флеш и по-прежнему с флеш рояль дро. Соперник чекает, мы опять ставим немного, 2400, банк 11,5, получаем рейс. Ну, испугавшись, мы колируем, вдруг там рибл страйп или еще что-то. Ривер все меняет и соперник ставит 13,5 тысяч. Мы пугаемся, еще раз смотрим на доску, но все-таки на всякий случай задвигаем алгоритм. Проходит 5 секунд, и соперник нажимает на ментальный кол. Да, у него тоже флеш, и это жесточайший кулер. Хорошо сыграл наш оппонент, просто не повезло.